Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим на тему питомцев, тему весьма туманную для меня, но все же чуточку я начинаю ее понимать и развивать потихоньку в регионе. Я заинтересовался одним из достижений еще весьма давно-давно, и чекнув награду, она меня весьма удивила. Достижение называется «Битва на расколотых островах». Суть этого достижения – выполнить 30 локальных заданий, связанных с битвами питомцев. То есть вот они все эти названия написаны. Всего, как я их насчитал, их существует 37. 37 заданий с питомцами. Нам нужно выполнить всего лишь 30. Задания с питомцами считаются те, которые дают нам в награду, допустим, ну вот, ресурсы оплота класса. То есть, ну вот, с такими иконками в виде зеленой лапки. Эти квесты появляются в Долоране, всегда на этом месте. Ну и где-либо еще, вот, допустим, есть парочку. Суть квестов – выиграть укротителя. В награду дают обереги питомца, дают бинты для питомцев и ресурсы оплота класса. Суть этого достижения в ее награде – это карманный портал для питомцев. Я очень долго искал этот итем, пока не заглянул в свою почту. Увеличивает максимальный лимит питомцев для вашей учетной записи до 1500. Можно использовать только один раз для каждой учетной записи. После использования исчезает. Как мы прекрасно знаем сейчас, люди, которые разбираются в питомцах, уж точно это знают, то что стандартное число – это 1000. И не более 3 одинаковых питомцев можно при себе иметь. То есть это нормальная такая норма, скажем так. Используем этот порталчик. Такое небольшое свечение появляется, и наш ростер питомцев увеличивается до 1500. Достижение реально нужное, если вы планируете развивать своих питомцев и планируете складировать их, скажем так, в большом и наибольшем количестве. Надеюсь, информация была вам полезна, потому что достижения, мало ли, может, вы вообще их не смотрите. Я же сделал это достижение абсолютно случайно. Так как я играю за воина, а в талантах оплота своего класса я выбрал такую тему, что с помощью особого материала, который изготавливается за 100 ресурсов оплота, я получаю рог войны, а с помощью этого рога войны я раз в 18 часов могу завершить любое локальное задание. Ну, без синей пометки и без пометки какого-либо дракончика, скажем так. Я выполнял задания питомцев. Накопил оберегов для питомца, немножко бинтов, там ресурсов оплота класса. На эти обереги я куплю когда-нибудь питомцев, игрушечки и буду восполнять свой запас голды. Ну, голды сейчас мало, можно сказать. 11 лямов, 72 тысячи всего лишь. Но я думаю, что-нибудь придумаю, и ее станет в разы больше. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше голды. До скорого!